Традиционный марафон стартовал от санатория «Русь». Финишировать легкоатлеты должны были на Театральной площади. В этот раз в спортивном мероприятии приняло участие более 100 человек. Несмотря на дождевую погоду, молодежь Анапы по собственной инициативе перешла на забег. Организаторами стало Управление по делам молодежи и Центр патриотического воспитания «Ратмир». Мы очень рады, что ребята активно приходят, и сегодня много заявок на пробежку, поэтому я думаю, что все-таки молодежь Анапы, она стремится к здоровому образу жизни, и это нас радует. Мы все за спорт, все за ЗОЖ. Маршрут пробега прошел по набережной и улице Горького. Всего участники преодолели чуть более 2 километра. Завершился марафон на Театральной площади. Накануне перед забегом сотрудники Управления по делам молодежи провели фотоконкурс на тему здорового образа жизни. Здесь же прошла церемония награждения. Депутат Совета Алексей Аксенов и чемпион мира по тяжелой атлетике Олег Чен поздравили победителей конкурса и вручили им ценные призы. Я очень рад видеть спортивную молодежь Анапы. Вот, и хочу вам пожелать побед не только спортивных, но и в жизни. И мы за здоровый образ жизни, и на вас будет равняться будущее поколение. Я занимаюсь сама активно спортом, и думаю, что это для меня такая маленькая победа и начало мое в спорте. Вот. Ощущения у меня были просто потрясные, мне все очень понравилось. Спасибо большое. В завершении мероприятия аниматоры провели масштабную гимнастику, в которой смогли принять участие как участники забега, так и все желающие, которые поддерживают здоровый образ жизни. Руслан Душевский, Анапа регион.